Бежим, бежим! Уже там началось! Красота! Это Ленфильм! Мотор, камера! Кадр 17, дубль 1. Все по вагонам, поезд отправляется, товарищи! Жена офицера не должна ждать особого приглашения. Она должна следовать за мужем, как декабристка. Твой батя летчик? Летчик. Мы с вами едем по Транссибирской магистрали. Длина ее 7000 километров. А еще я чуть в фильме не снялся. Что за кино-то хоть? Про шпиона. Папа, это шпион! Стоп! Стоп! Кто его утвердил? Вы шпион, вражеский агент. Вы должны быть незаметны. Это не артист. А кто? Это настоящий шпион. Черная рука. Так, шпионы, котлеты будем? Что обычно делают в кино? Сначала следить, потом разоблачать. Миша ничего не говорит. А Миша, значит, партизан. Вот гад. Он хочет поезд пустить под откос. Главное, бдительность не терять. Ничего у него не есть и не пить. Она у него для прикрытия. Эй, пацаны, вы куда? Так и Шукина не будет.